Всем привет! Меня зовут Виктория. И сегодня давайте посмотрим расклад. Есть ли у вас соперница? Довольно серьезная такая тема. Я знаю, она многих интересует. Мужчины, переворачивайте информацию под себя. Сначала давайте посмотрим, в какой жизненной ситуации вы находитесь на данный момент. Уход. Уход, конечно. Возможно, это был уход мужчины. Разлука, ссора, расставание. Да, вы были вместе с этим мужчиной. У кого-то проиграется, что это была семья. Но на данный момент вы расстались. Так, да. Скорее всего, это мужчина ушел. У вас была семья. Или же, если это неофициальный брак, то были гармоничные, хорошие, теплые отношения. Дом полная чаша. Все было очень хорошо. Пока не случилось. Что случилось? Посмотрим, что же. Посмотрите. Боже, в какой ужасной ситуации сейчас вы находитесь. С кем резонирует этот расклад. Настолько вам сейчас плохо, вам такое ощущение, что вам жизнь не мила, вам настолько разбили сердце. Да, однозначно, это расставание с мужчиной, скорее всего, это больше даже на расставание похоже, не на ссору. Да, у вас были ссоры с этим мужчиной, можно сказать, даже были неоднократные ссоры. Он часто делал вам больно, вы много плакали, грустно было, печально, вы были в таких панических состояниях, что делать, куда бежать. С одной стороны, дом полная чаша, или же это хорошие отношения, да, которые с виду кажутся хорошими, но на самом деле там много подводных камней, как оказалось. В результате всех этих скандалов, всех обид, у вас произошел этот разрыв. Да, это разрыв с мужчиной, диктатором, жестким, холодным мужчиной. Это мужчина, который любит диктовать свои правила, условия. Мужчина, который очень редко или же вообще не проявляет свои чувства, эмоции. Вам очень тяжело было с этим мужчиной. И приходит момент, когда вы задумываетесь, а нужно ли мне это все? Зачем мне это все нужно? Да, девочки. У этого мужчины однозначно появилась другая женщина. Однозначно. Или же это была при вас женщина, либо же он, у кого-то это проиграется, что он ушел к другой женщине. Не просто так он ушел. Измена была однозначно, он и ушел, потому что это была измена. Вот посмотрите, у него была ситуация тупиковая. Он не знал поначалу, что делать, возможно, что вам сказать, как ему поступить, но в итоге он принял решение, и он в итоге ушел. Это было расставание, как это ни печально звучит. Но, девочки, да, по этому раскладу, с кем он резонирует, вот, да, полная трансформация. Мужчина, который ушел от вас, да, вот я смотрю, очень много пентаклей выпало в раскладе. Мужчина, связанный с большими деньгами. Мужчина, который давал вам деньги. Конечно, вам сейчас довольно плохо, потому что кто-то остался без финансовой помощи, или же мужчина урезал эту финансовую помощь. Но однозначно эти отношения трансформировались, произошла трансформация, да, по карте смерти. Это всегда резкие кардинальные перемены каких-то событий. Но в итоге
Пройдет время, вы все равно вы остаетесь императрицей. Все будет хорошо. И вы останетесь той королевой, которой вы были. Вот такой был расклад, девочки. Пишите, какие вопросы еще вас беспокоят. Ставьте лайк, делитесь с друзьями и до новых встреч!